Видишь в себе талант композитора или исполнителя песен? Хочешь записывать музыку? Для этого совсем не обязательно арендовать профессиональную студию. Можно оборудовать ее прямо у себя дома. Для записи вокала и живых инструментов нужна хорошая звукоизоляция. Иначе проезжающие машины и соседская дрель испортят трек. Плотно закрой окна и двери. Стены завесь старыми одеялами или шторами. На пол постели пушистый ковер. Но если это сделать нет возможности, то записать голос можно в обычном платяном шкафу. А вот для создания электронной музыки рабочим местом может стать обычный стол. Из техники лучше приобрести стационарный компьютер с большим монитором. Создавать и редактировать музыку лучше в специальной программе. Она называется «Секвенсор». Почти в любом таком приложении можно написать трек высокого качества. Они различаются по сложности управления. Начать с азов или разобраться в продвинутых программах – выбор за тобой. Но сама программа «Секвенсор» всего лишь оболочка. Для полноценной работы потребуется установка плагинов. С их помощью можно классно докрутить трек, добавить звуковых эффектов, использовать синтетические или живые инструменты и многое другое. Еще нужны колонки. Подойдут мониторы ближнего поля. Они хорошо звучат в небольших помещениях, даже при отсутствии дополнительного акустического оформления. Главный критерий для их выбора – это объективность звучания. Высокая четкость поможет при сведении разных кусочков звуковых дорожек в единое произведение. Пригодятся и студийные наушники. Они должны полностью закрывать уши. Такой тип называют лопухи. Звукорежиссеры используют их как лупу, чтобы рассмотреть самые мелкие детали трека. Не забудь примерить наушники перед покупкой. Сведение – кропотливый и многочасовой процесс. Поэтому удобство здесь играет ключевую роль. Ну а если планируешь заниматься музыкой серьезно, тогда не обойтись без звуковой карты. Она позволяет всему студийному оборудованию работать как единое целое. Для комфортного ввода нот понадобится MIDI-контроллер. Это небольшая клавиатура пианино. А для записи вокала – микрофон. Но начать творить можно и без дорогой техники. Ведь главное не современная аппаратура, а вдохновение и хорошее настроение –